как обычный дождь и все. Промыкаешь и сразу промокнешь на камеру. Тут еще один тролль за Мегаполис едет. Всегда много знают про троллзу в Севастополе. Кто из нас подписчики в Севастополе, пишите комментарии. Интересно просто узнать. Это просто остановка улицы Будищева. Ну прямо еще, а прямо уже где-то на улице Гарпищенко, вот так вот. Эх, хорошие были времена. Раньше ходили ЗИУ-682, Б2, вот эти троллейбусы, ЗИУшки, но теперь они уже не едут. А еще в марте 2022 года выпустят, вернутся троллейбус ЛАЗ и Е-163. Ну, я еще что-нибудь посниму. Пока ни одного транспорта не находишь. Ага, понятно. Просто обычно. Сразу помыкаешь. Ни одного общественного транспорта не поймаешь. Бывает такой час пик. 9 часов утра. Да уж. Бывают такие осадок. И... Хотите увидеть новое видео? Подпишитесь. И все равно не забывайте. Тут еще общественный транспорт всегда ждет. Что-то они криво висят. Бывают советские времена, которые такие бывают ситуации. Да. Thank you.